Ну, знаете, Крым с времен, там, не знаю, Крымской войны был туристическим регионом, и, учитывая его абсолютно уникальные курортные свойства, его фантастические пейзажи, его как бы богатство историческими памятниками, что тут думать? Тут надо просто строить цивилизованный, как бы туристический такой регион. Вопрос в том, что он не очень догоняет какие-то вещи, потому что я вот по своей деятельности в Совете при уполномоченном правам человека сталкиваюсь с тем, что, например, ДЦПшников сейчас везут в Крым. Раньше их возили куда-то в Болгарию, в Турцию, в реабилитационные санатории. А для них там нету пока еще подъемников, скатов. И это надо просто очень быстро наверстывать. И никакого другого будущему не надо. Ну, еще немножко вина. А все остальное можно сделать в других местах России. Ну, ведь советские люди куда ездили отдыхать? В Крым и в Сочи. И в этом смысле все вернулось.